Они пытались. Они пытались напугать меня, но у них ничего не получилось. Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Телькоплей. Я Наташа. Мы сегодня с вами поиграем в игру, которая называется «Апрель 24-го». То есть, пока я была в роддоме и рожала своего сына, была вот эта вот игра. Называется она как раз-таки. Давайте посмотрим. Что же за такая страшная игра в честь даты рождения нашего сыночка? В общем, давайте играть. Надеюсь, что будет страшно и интересно. Написано, что игра на 40 минут где-то примерно. Так что сегодня мы ее пройдем с вами за одну единственную, наверное, серию. Так что усаживайтесь поудобнее, поддерживайте лайком и начинайте бояться. Значит, мы с вами что? В каком-то подвале. Великолепно. У нас здесь только зажигалка и больше ничего. Что ж, хорошо. А мы, по-моему, были уже в похожем доме, да? Да-да-да-да-да. Ну, ладно. Я так понимаю, что нам нужно выбраться. Что, не надо выбраться? А что тогда делать? Добрый вечер. А что тогда нам делать? Меня ничему не научили. Вот тут Мишка плюшевый. Смотри, какой сладкий Мишка. У-у-у. Может быть, мне надо его как-то засмотреть, этого Мишку? Но он что-то шептунов мне каких-то пуста... Кто рычит, не пойму. О, мячик покатился. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мяч. Ай! Ты чё, дурак, что ли? Ты чё, дурак? Чё-то я не ожидала такого прикола. Си-си-си, помахал какой-то дётел. Вот так. Добрый вечер. А чё это вы тут стоите? Здрасте. Ой, какая хорошая превьюшечка. Ой, какая превьюшечка, смотри. Не, вот так вот не очень, а вот так вот хорошая. И что ты мне предлагаешь взять? У него написано ха-ха. Ей не следовало делать этого в твоей постели. Кому? Она заслуживает наказания. Серьезно? А что ж такого сделали в моей женщине? Дорогой Бен, уже несколько месяцев живешь в подвале и не выходишь оттуда. Ты сходишь с ума и тянешь нас за собой. Мы с детьми не понимаем, что с тобой происходит. Ты стал агрессивным, вмещаешь всю свою злость на нас. Элис больна, ей трудно жить в такой атмосфере. А Джейкоб еще слишком мал. Я не хочу, чтобы он пострадал. Знаю, что мы имеем право жить без тебя. Я пыталась с тобой все обсудить в нормальной обстановке. Но ты не идешь на контакт. Я просто хочу, чтобы ты знал, что у нас есть тот, кто будет о нас заботиться. Все, что тебе нужно сделать, это отпустить нас. Позволь нам это сделать. Короче, наша жена нашла себе, видимо, мужа. Какого-то мужчину. Так, а как? Я прочитала. Эй! Можно, пожалуйста, продолжить? Я прочитала. Пути. Вторая глава, 24 апреля, 91 год. То есть, получается, моя жена потрахалась в моей кровати с кем-то, да? И я, короче, психанул, выходит, да? И, видать, я пошла. Да кто вообще такой? Ля. Ну ладно, ладно. Мною управляют какие-то сущности в виде гномиков. Окей. Любимая. Только не говорите, что я сейчас всю свою семью зарублю. Как-то бы не хотелось этого делать. Я ж человек-то хороший, в принципе, чё. Не конч какой-то. О, а это из Гоствотчерса. И это из Гоствотчерса дом. Может быть, мне надо на второй этаж? Да что ты мне пальцами своими показываешь? Сделай это. Слушай, ну у меня, походу, реально сущности сбаламутили мою жену прибить. А вот не надо было трахаться в моей кровати. Я в этой кровати сплю. Вообще-то, слюни на подушку пускаю. А там теперь какой-то мужик напускал не только слюни. Да? Ой, только не говорите, что я сейчас в детскую пойду. Так, там у нас малыш спит, чихает. Но мы его не будем будить. Пусть он спит. Спит, кряхтит, пердит. Нам в какую комнату-то, я не пойму. Ты мне показал какие-то вот эти самые... А, дверь-то мне не открыл, спасибо. Ну и что? Вот она, наша комната, да? Это закрыто все здесь. Не, не пойму, что все так через жопу-то работает? Любимая... любимая, ты где? Да ты что делаешь-то, господи? Она там прямо сейчас трахается с кем-то, что ли?
прямо сейчас, прикинь. Меня зовут Шон Миллер, и я веду журналистское расследование жестокого убийства на окраине города, которое произошло 24 апреля. Я хочу выяснить истинную причину этого преступления и найти ответы на все вопросы. Да, мы уже все знаем, на почве ревности, да? Третья глава, наблюдатель. Слушай, а мы с вами что-то как-то резво идем достаточно. Вот тебе и игра за 300 рублей. Ну, вот я и оказался в этом доме, я так понимаю. Газетная вырезка. В доме на окраине... А, ну это мы все видели. Произошло жестокое убийство. Мужчина убил всю свою семью, забив топором. Обвиняемый сам, позвонив в полицию, был арестован на месте. Мужчина дает показания, говорит, что на него оказал влияние некий мужчина в шляпе. И что он вынудил его совершить это преступление. У полиции больше нет комментариев. Мы будем следить за развитием событий по этому делу. Вот так вот. Ну хорошо, я, получается, приехал в этот дом. Я частный независимый детектив. Сейчас, наверное, меня тут будут баламутить всякие сущности в виде гномиков. Что делать? Может быть, кто-то откроет мне двери? Меня просто раздражает, что я не умею здесь ничего делать. Понимаешь? А, вон оно что. Кусочки меня. Давайте посмотрим. Что за такие кусочки? Там уже кто-то в доме начал бегать. А, все. Четвертая глава. Фу-ху. Слушай, ну мы так очень быстро с вами игру пройдем. Она очень стремительно идет. Это мы, получается, смотрим. Ну, я предлагаю поджечь. Но это же логично. Взять и поджечь. Видать, нам нужно найти... Опа! Какие-то тут ритуалы происходят. Сатанинские. Нужно поискать нож. А куда ты дел топор, мой хороший? О, ля, так это ж на Фаня. Помните, мы его видели в других хоррорах? Ля, криповый какой. Это типа мой ребенок мне таким казался, видать. А где ж мне найти нож? У тебя нет ножа, браток? А то и с той стороны все закрыто. А, вот он, ножик. Как... Чего? Ты сиди там со своим медведем, лобызайся, слышь? Сиди, лобызайся со своим медведем, ко мне не лезь. Уже 26 апреля так. Я иду дальше. Картина. Это моя жена с ребенком? Какая-то боярыня, сударыня, если честно. Боярыня, сударыня. Так, ну из дома я, видать, не выйду. Меня всякие сущности заполонили мой мозг. И зачем? Фу, выплюнь каку. Выплюнь каку. Ты зачем ешь какие-то непонятные кишки? Ты что, глупый? Ты зачем это сделал? Он ел какие-то эти непонятные штуки. Кишочки. Ой, да ладно, я не боюсь. Да, я не боюсь, не боюсь. Не боюсь, если надо, закусюсь. Кто стекло вот разбил, а? Кому по жопе надавать, а? Так, что это такое, ключ? Ну, ни хрена ж себе. Так, а подождите-ка, господа, может быть, я что-то здесь не заметила? Может, какой-то ящик тут открывается, что-нибудь. О, лом, наверное, да. Все. Я просто не поняла. Господи, что это было? Это ты кто такой? Это жена моя бегает. Сломаю, нет? Вот ты ж, ёпташ. Хрен там плавал. Ладно, я спускаюсь. Я иду вниз. Чего мне не страшно? Все, антихрист здесь. Ля, ну это точно моя жена там ходит? Это моя жена. Неудивительно, что она мне Короче, вся моя счастливая семья. Эй! Три ночи. У меня есть ключик. Ключик открывает, видать, какую-то дверку. Какую? Вот эту. Все, видишь, как все просто. И куда мы опять идем? Так много всего. Жена у меня, конечно, такая, мразотная немножко.
Что-то меня напугало, попугало. Убежал. Гробик стоит, смотрите. А кто в гробике лежит? Ладно. Я не знаю, кто в гробике лежит. А по-моему, эта комната была больше, вам не кажется? Ну что, я не могу открыть глобик. Глобик я не могу открыть. Глобик не открывается. Кто-то песню поет, слышите? Жена, что ли, поет песню? Чё за... Кто там? Кто звонит? Из глобика никто не выходит? Эй! Ну мы так с вами не сможем играть дальше. У нас ничего не открывается. Ну стоит здесь глобик и сто. Там кто-то звонит в телефон. Алло, алло. Сюда, да, идем? Алло, алло, иду. Где телефон? Здесь, а? Я не знаю, где у нас. Вот он, телефон. Алло. Баба Галя, ты? Алло. Алло. Что в нем? Что, все? А, письмо. Что это такое? Ну, это в подвале, значит, нарисовано. Это намек. Мы должны пойти в подвал. Ну, пошлите в подвал. Да что ты говоришь? Ля, это моя жена. Ну, красивая, кстати. Такая, конечно. Так, зайка. Мне надо найти какую-то вот веревку. Вот. Оно было нарисовано. Такая, конечно, женщина крипу. Ты что за мной крутишься-то? Ты давай не крутись за мной. Крутится она что-то за мной. Может быть, мне ее надо прикрутить к кровати? Женщина, хочешь, я тебя прикручу к кровати? Что мне с тобой делать? Ты дура какая-то. Вот дура. И что ты сделала, дура? Побежала такая. Ты кого напугать хотела, а? Куда идти здесь? В какую сторону? К гробу запереть дверь веревками. Зачем? Господи. Любимая, серьезно? А вот здесь тоже надо запереть дверь веревками? Это все? То есть я сам себя запер веревками? Ну и нахрена? Разве она мне что-то сделает? Мне кажется, она мне ничего не сделает. Она так попугать решила. Надо открыть гробик теперь. Ну все. Вот это прикол. Да тихо ты там. Не врыгайся, не дрыгайся. Нужно найти крест и положить его на гроб. А я знаю, где крест. Он с той стороны. Это я, получается, свою жену там забаррикадировал или что? Стопэ, вот здесь где-то был крест. Вот он. Кто украл крест? Куда дели крест? Я его видела здесь. Видать, записку мне оставили. На книжной полке какая-то красная книга. Красная книга на книжной полке. Это вот здесь, что ли? Сейф открыт. А сейф у нас был вот здесь. Ну, Бляха, дура, что ты делаешь? Вот сейчас вот что-то она меня это дрестанула, конечно. Дрестанула чуть-чуть. Все, теперь у меня есть крест. Слушай, ну семейка, конечно, долбанутая, а? Во, обзавелись-то с вами семейством, непонятно. Не надо музыку мне включать, никакой музыки. Все. Положили крестик с вами. Что ты сказал? Я умру? Не, это ты умрешь. Умрешь ты. Я не умру. 5 глава. Прикосновение зла.
Ну, я не могу сказать, что это было супер страшно, но окей. Прикоснулись. Так, господа, нам нужно как-то с вами открыть себе проход. А для этого нам нужен какой-то ломик или что-то из этой категории. Нужно запереть дверь стулом. Вот этим? Да ладно, серьезно? О! Как ты тут оказался? Ля, он криповый. И что мне с ним делать? А, он мне дал картинку. Доказательство смерти. Какие-то добрые здесь призраки. Чего-то такие, так, чисто, знаешь, что-то. Суеты навести. И все. Ворвались. Шестая глава. Доказательство смерти. Ой, ёб твою мать. То есть я прям и жену, и любовника порешал. Нихрена себе. Вот так вот потрахалась, да? Хорошо, говорят, потрахалась. Вот тебе. Не надо было трахаться с другими мужиками. Мораль какая сей басни такова? Не надо изменять свои половинки. Сама виновата. Так, и что вы мне предлагаете сделать? Что вы мне предлагаете сделать? Спасибо, что они хотя бы в трусах. Еще и на моей кровати. Решили они там пообдыбдыщиться. А кто разрешал обдыбдыщиться на моей кровати? Моя кровать. О, напильничек нашла. Я знала, что мне нужно с этим что-то сделать. Надо отсюда выбираться. О! Мелкий вот этот вот гаденыш бегает что-то. Мне нужен ключ. Я так понимаю, ключ в детской. У малышарика, да? Малышарик. А я иду. Так, место преступления. И напильничком. Я могу открыть эту дверь болторезом. Господи, а где мне найти теперь болторез? Почему напильник не подойдет? Он единоразовый, что ли? Что за бред? Нужно найти пароль. О, началось в колхозе утро. А, и сюда нужно еще что-то ввести. Ну, нифига. Так, 3C. 3C. Ну, нашла какой-то пароль. 3C. Все. 3C. Класс. Давайте поищем что-нибудь здесь. Чего? Иди сюда, говоришь? Ча. Чего ты говоришь? Куда, Егорка, иди сюда. Чё, какой Егорка? 3Б. Так, 3С, 3Б. И что это значит? 3С, 3Б. Хера, мужик жирный. 4А. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 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
три. 4, 3, 3, 5. О, все. Открыла. Что тут лежит? Записка какая-то. Можно ее прочитать? Дорогой Бен, я больше не могу так жить. Я хочу развестись и продать дом. Мои мучения стали невыносимы. Мне нужна свобода. Пожалуйста, дай мне возможность начать новую главу в моей жизни. С уважением, Эвелин. Блин, О, бля, ты что, любовник, что ли? Я возьму у вас ключ. Спасибо. Это кто вообще? Походу, у моей жены было очень много любовников.
Да? То один, то второй. О, что это вы тут делаете? Тебя что скрючило-то так? Что тебя скрючило, малой? Ой, нормально малого скрючило. Так, болтореза у нас нету еще. Но у нас теперь есть ключ к этой двери. Наверное, болторез где-то здесь лежит. Сейчас мы его найдем. Может быть, в ванну сходим? А, ванна закрыта. Где болторез? Кому говорю, дайте болторез. Не входить в место преступления. А я возьму и войду. Блин, вот это вот на самом деле жутковато. Так, вот он болторез. Потому что все-таки мы с вами в детской комнате. Листок из дневника. Дорогой дневник, сегодня мама и папа опять ссорились. Если бы я не была обузой, то могла бы помогать им с маленьким Джейкобом. Он требует очень много внимания, и я доставляю ему очень много хлопот. Мне так больно смотреть на них и видеть, как они страдают из-за меня и Джейкоба. Если бы меня не было, мои родители были бы гораздо счастливее. Им бы не пришлось беспокоиться о моем здоровье. Я чувствую себя бесполезной и ненужной, а мне бы хотелось быть лучшей дочерью для них. Элис. Господи, бедный ребенок. Это моя дочка? А ничего то, что у нее такие сиськи здоровенные, как будто ей уже там, я не знаю, сколько лет. Охренеть себе. Это нифига не маленькая девочка уже, это какая-то это... Мисс Сисярик 2024. Нифига себе. Они пытались. Они пытались напугать меня, но у них ничего не получилось. Хорошая попытка, хорошая. Так, опять ломик. Что-то мы на этом ломике у нас клин светом сошелся. И куда вы мне предлагаете его? Че мне куда? Вниз идти его откупоривать, да? Че откупоривать этим говном? А? Куда идти? Проходов-то тут нету. Только вот здесь. Ёб твою мать. Фига. И тут это вот крипово здесь стало, дура. Что-то хрустнуло. Ну, спина, наверное. Понимаешь, я уже старенький. Спина хрустнула. А, это... Что такое? Ты чё? Не хрусти. Что ты хрустишь? Ты что, сухарик, что ли? Может быть, она дверь где-то проход открыла? Я что-то не пойму, куда мне идти-то? Нахрена мне этот лом? Если он ничего не ломает. А? Что я не вижу? Может быть, где-то здесь дверь какая-то? Вот в этот гардеробный непонятный. Прачечный. Давай, подыши мне на ушко. Пошепчи мне. Давай. Пусти мне шептуна. В ушко, давай, давай. Мадам! Ты помоги мне лучше. Может быть, здесь что-то я должен выломать? А, спасибо. Могла бы и пораньше здесь оказаться. Господи. Я тут хожу, ищу. Оказывается, нам сюда надо было. Так, это что, топор тот самый, которым я, видать, порубил? Порубил я топором всех, кого не надо, и всех, кого надо. Я не могу туда... Чего? Чего произошло? Что за скример, который я пропустила? А? Блин, ну это не круто было, что я пропустила какой-то скример. А, может быть, мне надо в детскую комнату вот так пройти? Что-то я как-то над этой не подумала штукой. Ну-ка, давай-ка попробуем. Ну, логично, что больше никуда. Нет? Да ладно тебе. Ну, что это такое? А как тогда быть? Куда тогда идти? Блин, вот бы мне так жить, чтобы своя личная гардеробная была, да? Вот это вот повезло ребенку.
Вот они наши 40 минут, да, где мы потеряем. Сейчас будем искать, куда присунуть свою жопу. Так, господа мои хорошие, давайте-ка нас дальше продвигать по сюжету, а то я не понимаю. Да иди, ты что делаешь-то так? Кто так делает вообще, ты? Говнюк. Появился он. Что? Ты предлагаешь мне детективчика чпокнуть? Да не надо, пусть детективчик смотрит кино. 7 глава, выхода нет. А вот неправда, выход есть всегда. Выход есть всегда. Будем смотреть мультики. О, новую кассету мне положили, смотри-ка. Теперь твоя очередь снимать фильм. Моя очередь? Хорошо, давай. Пойду снимать кино. А что-то дверь не... Спасибо, малой. Что бы я без тебя делала? Он такой хорошенький, он так помогает. Он показывает своими маленькими ручками, куда мне идти. Ну, какой святой? В смысле? Что за прикол? У меня вопросики. Господа, вопросики. Может, крест возьмем? Там бесконечное количество дверей. Мне кажется, это нехорошо. Мне кажется, так не должно быть. Ну куда так много дверей-то? Уже просто закрыть? О, стенка. Повеситься мне предлагают. Спасибо. А я... Что за бабка? А если я не хочу? А если я не хочу? Вот ну не из этих я. Я хочу просто пожить-пожить. Сделай это. Нет, не буду. Чего ты рычишь на меня? Не буду я этого делать. Не буду я этого делать. Хоть обрычись тут, я не буду. Нет. Я детектив. Где они нашли такую криповую эту модельку сраную? А я ничего не могу сделать, да, здесь? Чё ты там гудишь? Я ничего не могу сделать. Что такое? Я не пойму, что? Что приключилось-то? Что случилось? Время что-то встало. Да ну нет, закончи свой фильм. Да ну какой, ну как? Залезь на стул. Не, подожди. Сначала записку надо написать. Что меня заставили это сделать. Я завершила это расследование, но, к сожалению, не смогу его опубликовать. Это дом-источник безумен поглотил меня. Я хотел найти правду, но вместо этого я нашел смерть. Все дело в мужчине в шляпе. Он угнетает своих жертв и заставляет делать ужасные вещи. Бен записал все на кассеты. Я видел, как тот мужчина заставлял Бена убить свою жену из-за измены, но ему было мало. Он продолжил его преследовать, пока Бен не убил всю свою семью. Теперь я его следующая жертва, и я не могу ему противостоять. Мне кажется, выход есть всегда, но ладно. Нам сказали закончить этот фильм. Я, конечно, не впечатлена. Ну все, вот такая вот игра. В итоге я ее прошла за 28 минут, не за 40. Опачки, сценочка после титров. Ну-ка. Ой, это я в гробу лежу? Так вот, кто лежал в гробу. Я, получается. Я прошла игру за 20, за 30 минут вместо 40. Прикинь. Или это продолжение игры? Типа как бы вроде бы и конец, но вроде бы как и продолжение. Ой. Господи, у меня все, и ребенок, и жена, это конец. Скрытая сцена. Ну вот такая вот игра. Не могу сказать, что она страшная, но в целом поиграть в нее разочек можно. Пишите, как вам. Надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте подписаться на каналчик, поддержать меня лайком. А мы с вами скоро увидимся. Спасибо, что были со мной. Всем пока.